перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Как дела, ребят? Что нового? Сегодня расскажу вам новость, которая многих может совсем не обрадовать. Короче, ну, сейчас соберетесь еще и расскажу вам. Я тут просто так посидел, подумал, принял решение. Ну, еще не принял, но, скорее всего, я ухожу из рэпа, из рэп-музыки, покидаю этот жанр. Не, я не заканчиваю, я говорю сейчас про рэп. Не-не, это я улыбаюсь, потому что я увидел знакомых в комментах. А по поводу рэпа, ну, действительно, походу, вот рэп в вашем понимании, я с этим подвязываю. Все. Я много лет это делал. Но пришло время переходить в другую музыку. Скорее всего, я теперь буду делать техно. Вот. И буду снимать влоги, стану влогером, блогером. Сейчас готовится уже первый влог. Вот. То есть вот такие вот планы. То есть я ухожу из рэпа и кашлял просто. Ой, курю, кашляю. Ну вот. Сань, ты рад, да? То, что я с рэпом подвязываю. А спиннеры, говорит, будешь крутить? Да, и серьезно, на самом деле, это не шутка. Я считаю, что этим альбомом «День первый» я поставил точку в рэпе и вообще. Вот, то есть сейчас мне нравится техно. Буду в субботу в Москве, поговорю с тобой. Давай, Сань, ну набирай, ну сколько можно? Тебя уже в Москве жду 5 лет. Сейчас мне нравится техно-музыка, я ухожу в техно-музыку, скорее всего. Либо в дэнс-холл, я еще точно не решил.
Вот. И, конечно же, я собираюсь оставить конкуренцию всем блогерам, влогерам. То есть они могут не расслабляться нихуя. Рэп все больше не актуально. Сейчас новая школа, новый флоу. Вот, например, Кизару, братик мой, делает отличный рэп, свежий флоу. Будущее за такими ребятами. А в моем возрасте уже техно, дэнс-холл, такая движуха. Жаль, а можешь взять с собой еще пару десятков рэперов? Перечисляйте, кого с собой забрать, постараюсь. А, к сожалению, дреды мне уже не отрастить. А вот, Иришке привет. Дреды мне уже, к сожалению, не отрастить, но я очень хотел дреды и дэнс-холл делать. Ну вот буду я вот такой вот, короче. Вообще неплохая идея дэнс-холл совместить с техно. Скорее всего, я буду делать техно-дэнс-холл. Мне сейчас такой вот... Сейчас у меня вот такое вот душевное состояние. Техно-дэнс-холл, короче, делать. Альбом «День первый» выйдет в iTunes и вообще везде послезавтра. Сейчас альбом для ознакомления, для тех, кто хочет это бесплатно, для тех, кто не любит там платить, может быть, деньги. И я принял решение выпустить его пока бесплатно. Вот. И в iTunes он выйдет послезавтра. Так что, хейтеры, ликуйте. Я покидаю рэп-игру и ухожу в техно-дэнс-холл. Вот что-то такое, какое-то настроение. Буду петь. В треке «Вечно» поет девочка, ее зовут Мария. Вот. Какие концерты, ребят? Теперь увидимся с вами на техно. Нет смысла просто больше, я считаю, делать рэп. Я хотел делать андеграунд, но, к сожалению, андеграунд делать не получается. Андеграунд делать не получается, а преданные фэны так ждали андеграунд. Поэтому техно, теперь только техно. Кстати, если вы знаете хороших каких-то техно-исполнителей или техно-продюсеров, скидывайте, будем с ними связываться. И вести совместную, скорее всего, работу. Так, спасибо из Канады. Канада, привет. Привет Павлову. Я тебя только кайф получила. Ну, ребята, вот альбом есть, наслаждайтесь. Дальше техно. Дальше техно. Эх,
Да, тяжело, тяжелое решение такое. Но оно еще не окончательно принято. Тяжелое решение. Вон люди оглядываются, наверное, услышали тоже. Ну, это будет не в чистом виде техно. Это будет, скорее всего, техно-дэнс-холл с элементами хардкора, с элементами тяжелых гитар. Вот что-то в этом роде. Но на самом деле, что я хочу сказать по поводу альбома «День первый», что ну, без какой-то иронии или без какого-то там чего-то там не такого, чего-то там этакого, я могу сказать, что «День первый» — лучший альбом в моей карьере. Я горжусь этим альбомом. Но техно рулит, и я думаю, что у меня получится. Техно-дэнс-холл, вот что-то такое, да. Я всех обнимаю, постараюсь еще выйти в эфир. Мы будем вспоминать мои лучшие моменты в рэп-музыке. Цитировать строчки, возможно, что-то читать, вспоминать. Тяжело, конечно, тяжело. Так вот я выхожу к вам в эфир сообщить такие новости. Я со всеми прощаюсь, потому что мне нужно идти снимать влог, потому что я теперь влогер, блогер, как это сейчас принято говорить. Слушайте мой альбом «День первый», наслаждайтесь. Я всех обнимаю. До скорых встреч. Пока.